Бьет барабан, и рояль вступает, сердце стучит, и кларнет вздыхает, в зале свет погас. И вот сейчас для вас слезы, разлуки, мечты о счастье, страсти, мордасти и прочие напасти, все как в первый раз. Опять весь этот джаз, где музыке все равно, где музыке все равно. Не я играю музыку, она играет мной, как куклы, музыке все равно. Этой музыке все равно. И я играю музыку, она играет мной. Рита, Самара, Москва, Палермо. Наш навигатор бухал, наверное. Пять ночей не спишь, все едешь, летишь. И тазы на связке, а кольцевы вена. И весь такой необыкновенный. Пляшешь и поешь, да так и сдохнешь, не закроешь. Замри, умри, отомри, воскресни, и снова двигай вперед из песни. Такой тебе выпал билет. И вдруг однажды откажут связки, и молча публика ждет развязки. И кажется больше сил нет, нет, нет. А музыке все равно, а этой музыке все равно. Не я играю музыку, она играет мной, как куклы. Музыке все равно. А вот такой вот этот джаз. И мы играем музыку, она играет в нас. И так ты поешь на разрыв аорты, залы, вокзалы, аэропорты, сотни новых глаз. И все это для вас. Но кто-то решил, почему должна я все рассказать вам, пока живо. По нотам спеть, будь мой, сквозь рай и ад земной. И непонятной игры интрига, но я люблю ее ради. Когда мы все будто летим, незримо кто-то стоит над нами, и душу вдруг обжигает пламя, и кажется каждый любим, любим. А музыка звучит, весь этот вечный джаз. И мы играем музыку, она играет в нас, как куклы. Господа и дамы, в нашей программе романы и драмы, встречи двух сердец и полный конец. В нашей живой музыкальной шкатулке плачут и смеются живые куклы, но в финале шоу все будет хорошо. Большого целого все мы части, и в небо смотрят с мольбой о счастье. 6 миллиардов пар глаз. Каждый верит вот-вот оттуда, польется свет и начнется чудо. И пусть так и будет на этот раз. Пусть музыка звучит, пусть музыке все равно. Не я играю музыку, она играет мной, как куклы. Музыка звучит, весь этот вечный джаз. Браво, Ирина, браво, браво, спасибо огромное. Друзья, я прошу прощения, Ирочка, прошу прощения. Стало известно сегодня, в Аэрофлоте есть, оказывается, черный список пассажиров, которым нельзя летать. Может быть, если примут закон, черный список людей, которые летают пьяные и дебошит. К чему рассказываю? Потому что я сегодня хотел бы закончить нашу передачу, перечислив всех людей, которые находятся в этом списке. Их так. Авантасов, Абаковский, Азарочкин, Акалов, Ослобядзе. Это был «Вечерний Ургант». Мы заканчиваем на сегодня.